Всем привет! У нас сегодня в обзоре фонарь от фирмы Goal Zero, модель под названием Lighthouse 400 Core. Немножко об этой фирме. Данная фирма специализируется на разработке пауэрбанков, аккумуляторов и фонарей. Собственно говоря, можно точно утверждать, что данный фонарь является Мерседесом среди фонарей. Ну а теперь более детально об этой модели. Лампа от фирмы Goal Zero, модель под названием Lighthouse Core. Это хорошая лампа, которая не должна быть сложной. Все, что вам нужно, это укомплектованный в ней 430 люменов, тонкая настройка яркости и возможность разделить свечение по полушариям. Также в данной модели имеется магнит для установки, удобная ручка для переноски и транспортировки, и самое главное, это надежная батарея на 4400 мАч, что дает нам 350 часов при работе на минимальной яркости и 5 часов при максимальных 430 люменах. Как же, собственно говоря, светит эта лампа? Итак, обратите внимание, у нас имеется здесь два полушария. Поворачиваем вправо и регулируем яркость одного полушария. Выключаем. Поворачиваем, и у нас, видите, светятся сразу два полушария. Получается, у нас есть возможность либо светить вот так вот, направленно в одну сторону, либо же освечивать полностью палатку, либо то место, где вы находитесь. Вот, с помощью чего это все у нас и регулируется. Тут все абсолютно предельно ясно написано. Сверху у нас ручка для переноски, либо же крепления. Снизу 4 маленьких магнитика. Спереди у нас имеется USB кабель для зарядки данной лампы. Крепится здесь он очень легко. На магнитах, смотрите, раз, и прикрепили. Кабель у нас здесь, в принципе, длины хватит. Заряжается данная лампа от солнечной батареи от фирмы Goal Zero, либо же от USB пауэрбанка. Также у нас имеется еще один USB вход для того, чтобы вы могли зарядить свой мобильный девайс. Ну, либо, например, там GPS-навигатор, фонарик, либо же аккумуляторы от GoPro. В общем говоря, фонарь качественный, практичный, удобный, ну и, конечно же, максимально надежный. И не забывайте, огромное количество продукции от фирмы Goal Zero имеется на нашем сайте mandrivnet.com.ua.